Стоп, где у меня руна? Ёбаный в рот. Тёма, мы сегодня про Фатрая? Ха! Чё смешного, я не понимаю. Не, не за это. Не, я за руну. У меня времени нет. Стоп, стоп, задумал, давай. Как это нет? Ты чё? Там чё-то дроид пол за шею спрашивает какой-то. Фатрая милишная была. Если Алиса уйдет, я потанчу в куклю, посижу от Джованни, возьмете. Да, силовая. Слышишь, что говорю? Слышите, хожу налево, у меня шею просит. Кто просит? Но он не роли... давай ты... ему, нет. Ретрик... Да тихо ты, блядь. Ретрик, сэр. Ты ролил на офф спек, он ролил на третий спек. Я не спек, он спек нажал. Нашел. Еще раз говорю, никакому Ретрику шею это не отдавать. Да, мне кажется, поковая лучше. Да. Всегда на острове лучше, блядь. Блядь, шея, мне падлу делать, шея... просто я не буду делать. У меня нет времени, чтобы не сделать. Падлу, не падлу, эта шея тебе не идет по той причине, что у тебя есть РП и мастерство, которое... У меня один хуй хуже шеи. Чем? Ну, у меня синдри, блядь. Лимит дает хосту. У тебя есть, мастер, у тебя есть освещенное это 10? Нету. За дом, Бизику, отдавай этот. А было условие такое, что нужно обязательно иметь освещенное это 10? Я не знаю, зачем гильдия у тебя условия, но... Бизик вроде мне... уже забрал бисовую шмотку, всего 11к от ДП. Так всегда, это где всегда? Всегда это, не знаю, а мы прям всегда... Прям выявленным, типа, этим, блядь? Там мастер по сотку рульнул, если что. И это сотку рульнул, блядь. Я не знаю, а кто вам такое правило, блядь, ну, сказал? Ну, при чем здесь, да, если он устроил больше. Так, мне надо отойти на минуты 4, это шансу, срочно, пока трэш зачистить. В смысле, блядь, рилолить, я не понял. Подожди, Бизик, ты в дисе? Чё ты хочешь, повтори? Чё реролить? Ну. Смотри, ну, мастер выкинул сотку. Кто-то двое по 92. Объявление какое было, когда был добор? Что-то было нахуй? Что-то вам кто-то в начале рейда сказал, что роли только Т10 те, у кого есть освещенка? Да, я не говорил такого. Почему он пишет за рол, не понимаю. Ну, сролил я, пошла на гильдию, все, какие проблемы? Смотри. Я не знаю, кто вам такое правило придумал, можете пойти нафиг с таким правилом. Бизек, ты понимаешь, что у печенек нету спека? Человек может ролить печеньку на спек на второй. И... Череп крест. Танка или ретрика. Череп крест. Танки пошли. Если он сролил выше, значит он забирает. Бизик. Я сролил мастерал. Всё. Кинул сотку. Хилим! Чё за хуйня? Чё, ваншоты, блядь? Не успел даже кастануть. Раз по 10, 2, 10, 3, 10. Может, кто-то не было. Что-то не было. Давайте хилим. На Алису дали на пол, на Винар. Привет, народ. Привет. Здорово. Чё, вы в эфире? Да. На ком там сейчас? Валя. Идём. Замена не надо. Танка друпа, камес нет. Я сейчас бы, блядь, в другом рейде нахуй придумывать свои правила на ходу, блядь. Я хуй. Ладно, открыли тему. Повелительную цульда отведи. Мне
другой вопрос. Зачем, блядь, шипашнику 4Т10? Ну, это знаешь. Ну, вообще, он меньше в Т10 даешь ДПС. Ну, в бисе, возможно, типа, Т10 лучше будет. Нет, да, а, даже в бисе. Давайте это обсуждение потом. А трэш так и так делаем. Да напрягает просто, тяжело слушать. Ну, человека надо научить играть, нет? Нет, там берется одна Т10, но это голова. И то можно с духом взять, если хвосты 1400. Вы просто все время, что мы сейчас в рейде, бу-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 бу, вы заткнуться можете хоть чуть-чуть, нет. А? Пожалуйста. Нет. Кинь просто мут и все на людей, которые тебя раздражают. Все просто решает. Оставьте ну, я тоже такого мнения. Мне когда там не нравится, что хуйню несут в этом, в Дискорде, я просто выхожу из него и все. Что заставляет? Тем более тут остался один босс, боже. Че, проф? Да? А кто его травить будет? То есть на просьбу вы не хотите отвечать, а придумываете 1000 объяснений, почему вы можете это делать. Спасибо. Ты 1000 человек всех не заткнешь, ты никому ты не скажешь, что помолчите, все сразу замолчат. Это вам не РК, в котором можно поставить админ режим. Эльрей, у тебя когда третий ката будет? Ну, добиваю кристаллы. Сколько осталось плюсов? А, ну, уже 4 плюс. Ну, блядь, на 4 плюс. Я просто не знаю, как там дальше. Сколько? Уже после 4 плюса сразу. Сколько осталось кристаллов? Да. Кристаллов 45 осталось. Фу, блядь, долго. 44, точнее. Это надо вот, опять поставки да. Забрать. Чё? Чё там? Утрал этот. Напишешь, когда. Там окей. С Игорем поможем со второй. Соответственно, с третьей каты также помогаем. Тащи, идем сюда. Мастер, будешь орать, буду ПС-ку давать. Окей. А можно по мне? Вау! Навалим. Нет, нельзя. А жаль. Сколько ПС-ка это? 2 минуты? 2.4. Думал, с пула дать. Хотя, в принципе... Там где-то так оно и выйдет. Турбо. А ты на орке был под ПС-кой же, да? Турбо у меня все время под ПС-кой. Я вот думаю, что если я котом оденусь в бис, и мне будут истерию давать, где, ну, насколько я тебя перегоню? Ты его не передамажешь. Ну, не знаю, ты будешь на его уровне. У него 100%. А ты в априори его не можешь передать. Ну кот, у котов тоже есть 100% крита, если что. У него, понимаешь, у него игнайт. Со 100% критом он у него стакт бешеное количество. Ну вот сейчас я без истерии выдал на 1 200 000 урона меньше, чем он, а по ДПСу на 4 000 меньше, чем он. Это от урока зависит. Так он еще Мосса, ты не бил трэш, а он бил трэш. Ну так это он еще на трэше паузом получается. Но у него падает ДПС, когда он свитчится в трэш, потому что падает игра.
У него не стакается игнор, он теряет это. У всех падает ДПС, когда свечивается в трэш. Вот, я тебе объясняю, Амос не свечился. У магов ДПС... Ну, коты, поэтому, по идее, могут передамаживать магов по той причине, что они не свечатся в трэш. Так, дайте мне МК. О, дали хороших. Так, Бузер, Мастер, вы на Вале. Царь, спекнись да. В этого в холика, пожалуйста. Виби, давай тоже полетаешь. Остальные три хила. Гринмун, Маша и... Гринмун, Влад и Шинсунг, вы на рейде. У меня билд не на соло, так. У меня билд на рейд. Я не закинул. Да, похуй. Хуяли. Ну, обновлениями хилить в нее. Да хоть обновлениями, нахуй. Чтоб тик по ляму был. Ну там не будет поляны. Ну а ты сделай так, чтобы поляму был. Ну это надо стаков. Рыба поели, чек на готовность, Алиса слева, микстурка справа. Милишники, приоритет, подарите или разгром маги толстяки под толстяков. Давай тогда с пула ТСК. РДД, разгром маги кособокие толстяки под толстяков. Демонический доспех. 4 приста, если вы стоите. Все готовы? Будет шикарно по рейду. Я маны ем. Приста баф дали. Что там? Чек на готовность. Все готовы, отчет на пол сводим. Давай ешим быстрее. Эску. Подавителя. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Ксерию на горгулью кинули, что, блядь? Сука. Я на бой накинул. Мне нужно, чтобы было слить куда-то этот. Разгром. Ай, блядь. Болезнь не забываем диспелить. Что настроил портал? Ну, мне сказали с вами бегать. Втроем хилить. Подавителя. ФСК 15 секунд. Хорошо, пока нет. Инсурку прохилил. Сейчас гром слева. Что если ты будешь зайти в портал? Что будет, блядь? Будешь летать, что будет? Получишь пиздюлей и выйдешь с портала. Подавителя. Гром далеко право. Геру. Песка. Геру. Он дал.
кинул крылья, а могу гибнуть. Подавители. По подавителям все. Нет, пиздец. Захилите. Еще один портал надо. Я бурсты проебал, я зарано скажу. У меня еще крылья 7 секунд были, когда Гернова. Надо было еще один писать. Да. Да, нормально захилит. На 70 обычно процентов дают. Примерно около 70. А я на проценты не смотрел. Я смотрел сталь. А чё, под 20... Под 30 убивает тебя? Под 30? Да. Подавителя. Ну сейчас выйдем, я еще эту дамбу кружку. Блять, в разные стороны полетели. Я не знаю, блин, лузер куда попал. Да мы все время в одну сторону летали. Давай даю. Есть у кого-нибудь гимн на хп? Да, отмогу. Даю уже, Шантон. Выделить Вальку в цель надо мышкой, и тогда гимн на хп читать. На ней будет баф, увеличивающий исцеление. И это по очереди надо делать. Скажите, так нас такой без гимна. Чё, дохиливаете, не? Нет. Всё. Я-то не мог захилить. Я бы захилил нахуй, если бы у меня было 2-3-10. У меня даже 2-10 нет, сука, на кидать. А чё вы в портал-то не зашли? А, похуй. Я... 35% там под божественным, да? Ничего так. Дискон? Нет. К сожалению. Чё, я тебя выкинул? К сожалению. Алису пора. Эвинара. Эвинар ба. Упала смертью храбры. А не Линара. Что-то сегодня как-то легко. Знаешь, что это вообще нахуй лепали? Нихуя себе, нихуя себе. Ну, микстур по ГЦ, наверное. То есть тебе надо. Микстурочки надо там. Апгрейдиться. Ладно, забираю. Будет проф или синдра? Прям? Не, я думаю, нет. Чё, да, я уже спать должен. Давайте дадим два трая хотя бы на профе. Алиса, ты уходишь? А, не, ну... есть еще минут 30. Чё, давайте дадим или чё? На профе посмотрим. Чё рейд может, чё нет. Пуги, я ебал, что с тактикой всё. И что? Пуги знают тактику. Я в доту хочу. Эрдру знает тактику. Короче, идете на профа 1-2 тра или нет? Сделай голосование. Да-да, нет-нет. На рчей кто пойдет, кто нет, и все. Не увидишь. Мидуэй. А если мне все равно... Собычки есть? Нету. Давай мне перчатки, я себе ноги забери. Сто ГП на луту. Так я в приоре выше был, мастер. А тебе перчатки тоже нужны, что ли? Да. А меня же не было. Там нечего бить этого профа, слышите? 15 за, двое воздержат. А чё, то уже было голосование? Давайте, чтобы я не нажал. Ты и так жал, нет. Да. Пошли на профа. Я думаю, трай второй дать посмотреть. Пошли на профа. Чисто посмотреть, что рейд может. Рейд нихуя не может, я могу сразу. Не, ну потом будет с чем сравнить, типа смотреть. Ну чё, финишная прямая, турбо, ёп. 10? Ничего себе. У тебя сейчас ровно 40, да? Ну следующее, когда по идее он закрывает пул. Да. Ну уже кто-то будет лутать.
Если с обычки у него будет три штуки хотя бы. Да, ну успокойся, нормально еще. Агри, петуха. А, блядь, сорян. Погодите с жезлом там, нахуй. Я проебался, сори. Риз, сорян. Он ШП, какой ему крит? Только хотел сказать. Так. Для ШП это мне вообще не заходит. Ролин. В скобочках заходит. Ну все. Нет. Но это демоном только заходит. Также как я шапаю, бля. Тогда шапаю давайте. Шапаю давать, серьезно? Я не знаю, это, блядь, заголом по-хорошему, нахуй здесь изчантить эту пушку, блядь. Она никому нахуй не идет. Не идет на шапай, но они берут с гнилого. Они ни на кого с тех, кто пароль, не идут, он кроме холеписта. Демонов броня от духа дает сколько. Крит дух. Ну, фаер, если что-то брать криты, либо Этот жезл идет фаером, идет шпшником, если они собрали себе кап хосты 1400. Если шп идет дальше, набирает себе 1600 плюс хосты, то этот жезл ему вообще не нужен. Вот. Если же он 1400 себе набрал и наденет этот жезл, то он как бы ему, да, будет... Заходим. А, все, Но мне кажется, у этого приста Заходим. Даже 1200. Тому присту нужно все. Так что это тут не об этом речь вообще. Жаль, что мне может DC говорить где-то приступ. Приступай в гильдию, будем ходить каждый раз. Слышь, приста, у тебя в гильдии лича 21 убивают. Бзик. Пусть его узнает. Че у тебя там? Нет. По-моему, один раз они убили. Один раз убили или чё? А, нет, ну трави, короче. Так он же, он пишет дальше, ладно, не ходили. Нет, лича травили мы. И это был второй трай с гильдии. Вот очень нравится. Вступай к нам. У нас есть гильдейский канал на ютубе, там записаны все наши рейды, можешь посмотреть. Ой, блядь, реклама началась. А то ещё мне или оставаться? А то это как его? Не-не-не, спекайся. Давай, ливай сейчас и получишь ЕП за рейд. Заодно. ГП за шмотки. Чудом достаточно. Вот. Это... Чудом доставшись от тебя. Дима, я так понимаю, не сидел, да, в этом чушке? Не. А-а-а, сука. Каждый раз как-то было. Как же я люблю. Различия какие-то есть с нормалом или нет? Нет, есть. Различия есть с нормалом, но я имею в виду про чушку нету. Существенные различия. Сука, микстуры боешку под крысу вытащил, да, там? Он тапки забрал и какую-то еще шмотку или только тапки? Тапки. Сейчас, блядь, увидит меня под сервер, блядь. Выхулипал 251. Войт, он был как пук. Так что он идет без ГП пока что. Пока что точно? Да. Тогда и потом... Но с ЕП, да? Ну, соответственно, с этого босса, с как его, за ГП. То, что он был как пук, шмотки сролил, у него будут шмотки так же, как пук. То есть не за фул рейд ЕП ему будет, да? Только с этого момента. А тут ничего, если профи не будет, да. То просто не будет ЕП, да? Ладно. А что на самом деле стоите? Это странная хуйня. А что вы стоите? Если он хочет, конечно, пусть лутает ГП, и тогда будет за фул начисление. Если что, это... он уже за фул? Нет. Тапки только. Так. Скоро сброс ЕП. Соглашайся за ГП, получаешь ГП за тапки только. Если он хочет за ЕП, то возвращай ступню, кто по приору выше. Не, нихуя. Нет. Так уже не пасть.
Войт, я могу рассказать тактику, по которой мы первый раз претендентами убили здесь. Она... Смотри, бьем под зеленый колвой, соответственно, хилы РДД, стоите в кресту. На первую фазу. Первая фаза также все то же самое, только будет, как его... Чума. Чуму, если повесится в мили-зоне, соответственно, будет она и в мили-зоне. Если в РДД, значит в РДД. На чуму мы не обращаем внимания. Далее, соответственно, РДДшеру. Следим за звездой. Это я уже рассказываю на вторую фазу. Вы должны... Ну, блять, на профи вы были все в обычке. Соответственно, на переходочке. На переходке будет появляться красный и зеленый слизень. На каме у вас около каты будет... появится дебаф. Зеленая или красная колба. С зеленой колбой сразу шуриком бежите в трусы. Вот сюда вот так вот встаете спиной. Надеюсь, понятно. Это всем должно быть понятно. С красной убегаете в этот, в печенечку, ребят, и ждете, пока красный выберет этот, человека. Соответственно, с зеленой колбой бьют зеленого, с красной бьют красного. Надеюсь, понятно. Дальше. Соответственно, ребята, которые... это по переходке. На второй фазе, соответственно, хилы, вы стоите с РДДшерами в кресте. То есть РДД хилы стоят в кресте, летит пельмень. Соответственно, если есть лужа на кресте, значит, перебегаете в печень. Полетел, или этот, как его, или лужа, или пельмень, перебегаете в печень. Все толпой. Далее. Соответственно, все то же самое. Лужа, печень, убегаете в ромб. Лужа, печень, убегаете в крест. И вот так вот чередуете. Здесь понятно, у вас должно быть все это слажено. Милишники также бьют под босса. Свичаетесь этот в красного и зеленого. Тактика на фазах по красным и зеленым. РДД, вы бежите через мили, то есть по часовой стрелке. Милишники, вы бежите через РДД. То есть против часовой стрелки. Надеюсь, понятно. Дальше. Такая же переходка будет. Вторая. Перед третьей фазой. С зеленой колбой вы убегаете в трусы. С красной колбой вы убегаете в печень. Ждете, пока... Как его? Соответственно, красный выберет цель. Начинаете бить. Еще... По колбам на переходке, соответственно, на вас вешается колба. Если на вас зеленая, с зеленой, колбой, вас будет выбирать только зеленый слизень. Красный вас выбирать не будет. Соответственно, по красному вы дамага, ну, будете наносить 0. Надеюсь, понятно. То же самое с красным. Если у вас красная колба, вас будет выбирать только красный. Ну и на третьей фазе даем этот слили слизни, добиваем профа. Дима, давай в ДД, я в танк. Все то же самое, пельмени не ловим, колбы не ловим. Особенность босса — это добавление чумы и добавление слизней на переходке. То есть в обычке у вас при переходе на вторую фазу станило, тут вылезает два слизня. Чё? Можем, кстати, сопроты, конечно, пробить, но ДПС, я думаю, не хватит. Так, что? Этот, как вы? Все поняли, что делать? Или кто-то что-то не понял? Баф отдали, рыбу едим. Тут есть один момент. Может, всех хилов красные посадить, и тогда они будут втыкать зеленые хилы. Чего еще раз? Говорю, есть момент, что... Не, все нормально.
Али. На переходе, ну, когда появится два слизня, может быть такой прикол, что всех хилов поставят в красный, и они отсюда доставать до зеленых не будут. Хиловскую. Ну так, соответственно, этот хилан тут особо нечего делать. Если вы забегаете только в печень, вы сможете и на зеленого отвлекаться, и на красных, тех, кто захилить. Секунду, я тебя перебью. Скажите, пожалуйста, уёбку на Шреддере, пускай отдаст мою ауру. Шреддер, отдай, пожалуйста, ауру сосредоточения мастеру. Спасибо. Не мастер, а это мою уёбку. Так, чек на готовность. А где босс вешается? На пол вебинара. Все то же самое, как и на обычке. Передайте уёбку на мастере, что я передал. Так, все готовы? Отчет на пол. На пол вебинар. Отличные новости, народ. Совершенствовал станцию, которая уничтожит весь Азерот. Пол бы. Вышли слушать сразу, моментально. Дроиды в чушку охотаем. Тотем от сопротивления природы. По зеленому играем. Лужа РДД быстрая. Фотаем оперативничушку. Кто задумал дамаж? Шарпи, отойди от красного. Может, на тебя... Шма задумал Билла. По красному играем. Задумал повернули. Влад, лопасос Берни. Я задумал, блядь. Нет, я же говорил в трусы. Зеленым дебафом. Идем. Побежала цель красного. Охуенно вы, блядь, разное говорите, все стали по-разному. Мало. Войт, ну чё за хуйня? Говорил же, блядь. Чем слушаем? Мастер лег, Влад. Рекаст. Ложимся. Они не знают, как убивать слизней. Надо сидеть, трай, пока все не выучат. Ну. Да. Ничего, он не откинет. Он будет там стоять и стоять. Они его быстро зальют. Все нормально там делает. Он не будет откидывать просто. У нас не в ту сторону просто человек убежал. Вот и все. Да, по этой тактике. Там если в угол, прямо в угол забиться, не будет откидывать. Можно стоять и просто кастить. Все там дамаг делит, под сапротом. Он по 5к всего бьет, там небольшой дамаг проходит. Но это под сапротом. Я сейчас масрез дам. По сути, он только два раза там должен врезаться. Встаем, рыбу дал. Я как олдфах, конечно, против этой тактики, но мне похуй. Ну, посмотрим, что там, как дамаг будет приходить. Нет, здесь это сам адек не начнут, просто ДПС не будет хватать, чтобы слизней заливать вовремя.
Так, кто там? Да хуя бегут. Ладно, ждем пока что. Просто определитесь, где нужно стоять. В трусах зеленым. Вот, окей. Только надо стать прямо четко в угол. Не рядышком, не сбоку, а вот прям туда забежать лицом и потом мышкой повернуться. Иначе вас будет кидать. Хочу, чтобы мне зеленый кинулся. Слышно? Да. Нет. Отлично. Так. Баф раздали, фул баф отдали. Чек на готовность. Рыбу едим. МП5 в престол. Сейчас все будет, только прибежал. Что если 5 хилов в зеленый дебаф будет? Чё, да не будет такого. Не будет. Не... Давайте на грани фантастики не будем. Ага. Нахуй, это значит нам, знаешь, блять, повезет. Вообще. И молит импрувит. Да, да, да. Шабас нахуй первый кон сразу. Чек на готовность. Тик, еще не хватает. 300 баф дали. Короче, я Green Moon готов? Еще раз чек на готовность. МП5 по друидам. А где вы все были, блядь, когда я его давал? У всех не было МП5. Ну, она всё, есть. Я пока не могу использовать эту способность. Где ты там, блядь? Да есть на нем МП5. Слепой. Все, все готовы. Отчет на пол. Хватаем эту чушку. Пол БРДД. Это не кол. Ужас. Ложа. Рахил рейда. Лиса, дай прожимку. Да мне прям в лужу кинуло, заебись. Влад, БЛ. У босса стоп. Три слизня. Да. Да похуй. Или один. Три, три. Два. Так, стенки угольники. Выбрал, да? Хорош. Ну, ребят, тупо. Надо прям в угол упереть. Прям в угол убирайтесь, пожалуйста. Мы в углу, но. Рекаст убегает. А куда убегать? Нет, это как. Сейчас я вам еще одну. Чуть-чуть подскажу. Кто там в Обаме сидит? Я. Медвой. Лужу или две лучше вообще оставлять, не допивать ее. Потому что тебе сейчас не хватило. Чтобы. Угу. А, оставлять на этот. Да. Я понял. Я понял. А ты что, сразу все две выпиваешь, что ли?
Я на рекасте выйду. В смысле, не успевай, их маленькими поддерживайте, нормально будет. Что, блядь, не смог? Смог бы он. Короче, у меня такой вопрос. Вот когда на 8 миликов кидается зеленый дебаф, и милики встают в треугольник, кто бьет зеленого слизня, пока он идет к миликам? Никто не бьет. Из-за этого его замедлять вообще не надо. По сути. А надо кидать на него проклятие косноязычие, или оно не работает? Насчет этого что-то я не знаю. Вроде я офф. Давай еще один трай. Нет. Я тоже офф. Давай трай еще. Блять, мне кажется, вот это вот состояние в треугольнике какая-то залупа. Я не... Есть у кого-то видео, где посмотреть реализацию нормальную? Я тебе скинул. Нормальную реализацию, это целая куча летать. Я скидывал убитого профа 25 хм, вот убивали по такой так. Не скрин, это надо, тактика это самая лучшая. Надо видео, не скрин. Скрин это... Я тебе видео потом скину. Бабушкам у подъезда можно... Да, скиньте всем в Discord, чтобы посмотреть хотя бы медь. Завтра скину. Где вы там были уже? На целой куче летаете? Нет. Идем на профа. Еще один трой. Не, ну вой, типа. Я понимаю, что ты хочешь этим сказать, но это суть не в этом, суть в другом. Это так же, как на лане, блядь. Что-то мне просто сейчас стоял и не наносил урона по зеленому, и рейд пошел по пизде. Бусер от чего там дохнет, интересно? Или что там? Лужа. А он лужу нахуй стрелял. Потом я тоже от лужи сдох, потому что, блядь, у меня 5 ккп, и меня, сука, откинул слизень, блядь, прям в лужу. Бузер в лужу, да, стрелял. Есть одно слабое место в этой тактике. Почему проф не может кинуть в трусы лужу? Он кинет, он потом кинет после зеленого. Пока перифаза идет, он лужи не кидает. Да. Там пельмень полетит. Когда фаза заканчивается, уже вот плейфаза. Спадают дебафы красные и зеленые, можно бить любых. Да, то есть когда проф бежит, можно любых бить, все верно. Но к тому моменту рейд сдохнет нахуй. Да нет, у нас просто ДПСа не хватает, если честно. Блять, еще раз по-русски скажу, как я тебе дам ДПС в слизня, если я встал в трусы и стоял? Он выбрал раз, цель, два, цель. Так, забрать. Понимаешь, он как должен, они бить? Должны все... Они должны все впритык стоять, интересно. Потому что кто-то так стоит стояли. Впереди, и ты уже не достаешь до него. Ну хватит, ну ой, я ж бил за милика. Я тебе объясняю, что миликом ты не будешь бить, пока все не встанут прям впритык в этот, в зеленый, прям вот в угол вопхнуться, тогда ты будешь доставать. Кто захиливает? Так, ты должен стоять, ждать этого. Так это захиливается, он не ваншотит. Ну так я сейчас увидел, как ваншотнул он всех. Ваншотнуло по другой причине. Я видел, как пол рейда, блядь, стояло не там, где сказали. Плюс у нас еще несколько человек отошло от этой, от зеленой. Все с зеленым дебафом на перефазе. Вы бросили все свои дела, но хилы постараемся прохилить рейд. И бежим в трусы. Прям в уголок и мышкой поворачивайте свое лицо. Прям вот в угол, ребят, прям да вот. Все, у нас туда. Минус 2. Почему? Ну, минус. Хожу сам. Налево и винар. Хожу налево, вылетел, все зайду. Алиса. Okay. Вот, Алиса. Ребят. Угу, я понял. Видите, вот они трупы стоят. Вот, вот где я прыгаю. Раз человек. Так, ладно. Нет, вот два человека. Вот смотри. Ну, стоять прямо посчитай, ровно. У нас посчитай. Минус танк. Посчитай цифры, вот есть, ну я потанчить могу. Да у меня... Сейчас ой, эти... тебе еще раз сказали, нет. Били все 20... под сопротами, на. 24 ну. Тела, я хотел пробный трай посмотреть. Ну и посчитай так, сопроты. Да. Вот посчитай, 10 человек, это по 25 тысяч, под сопротами сколько процентов срезает? 20? Что получается, 20 урона все равно приходит по 10 людям, даже по 12, 18-20 тысяч. Блин, подожди, сейчас я просто найти не могу так. Неустойчивая слизь. Сейчас подожди, логи смерти чекни.
Так, вот. Вот неустойчивый слизнюк, взрыв по мне ударил 16-625. Ну, так, все, это... у нас Войд. У нас минус один, минус свои. Да, ДПС. То есть, ребят, это РО, ИП я вам начистил. Demon's Lons, правильно же? Дима тут? Да, да. Сейчас отойдем, я тебе свяжу, соответственно, персонажи твоих. Ладно, я хочу увидеть видео. Сейчас я тебе кину. Там я не знаю, только убили, не убили, но... Ай, не надо, чтобы убили. Ну, блин, извини, вот видео нету, но вот у меня скрин есть. Ну, я не знаю, убиваем, меня скрин не интересует. Так. У меня тоже есть скрин, я могу бабушкам у подъезда показать. Ну вот, я тебе даже говорил, он не бьет 20к, на мне саппорта дело... нету, по мне ударил 16. Это все неинтересно, это тактика, ну, тупая, я... Намного, да чекни в этом, как его, там по-любому кто-то убивал по этой тактике, в Яндексе посмотри. Ой, в Ютубе. Ссылку дай. Я убивал. Чекнись, пчелка туда скинул видео с привязкой по времени. Давай, давай. Хорошо, спасибо. Так, Дим, у тебя кто мейн вар же, правильно? Так. Ну, Ютуб. Зайди варом, пожалуйста. Или напиши медвея ник вара, правильно? Чтоб я привязал. Место I, DL. Угу. Сейчас зайду. Не, зря вы так. Это так прям отлично для про. Ну как я увижу, что... Так, вроде привязал. Ну вот сейчас я смотрю, как у них глаз слизни вышло на видео. Нету тауэр, нету. Зашел, Дим? Ага, вижу. Сейчас пати дам, чтобы быстрее начистить. Просто даже вот арифметически посчитаем. Меня убило, нанесло... 16600 вот этого слизнюка, я без саппорта да, был. Просто не 3, это имеет в виду. Три человека не подошли. Как я его понял. Да хренища, короче, и там 10 человек, например, зеленого выбирают, да? Из них 9 миликов. Он имеет в виду то, что как милики будут бить, пока он бежит. Все, я начистил. Да, они... все правильно понял. Он говорит об этом, что типа, ну... Не хватит ДПСа убить, этого не хватит. Смотрите, если с ним правильно говорить и зеленого замедлять не надо, он добежит очень быстро, и потеря будет небольшая. Да, небольшая. В теории можно убить по такой тактике, но я ее считаю, ну как сказать, можно по ней убить, если вот так все... Она, понимаешь, эта тактика не в теории, по ней убивали на практике. Да, это похую, как бы, ну будем убивать по ней, будем убивать, не как бы до пизды. Но я ее лично считаю, вот мое мнение, я ее считаю, ну, тактикой для какого-то стада, для тупых людей, кто вот хочет, ну, ты знаешь, это как вот хочешь на сурке встать и не бить трэш, нахуй. Ой, хочешь, ну, тогда на лане хочешь, давай разбегаться. Нет, вот смотри, или на лане стоять в одной точке, а потом, когда пофиксят лану, и она начнет бить АУЕ во время того, как стоит танчится танками, тогда люди начнут падать по КД и не смогут убить так, лану. Так, тут же, видишь, тут же никак на лане, это никакой не баф, это нормально. Нет, это не баг, здесь поставлена ставка на то, что хилы захиливают, вот взрыв произошел, и перед следующим кастом хилы захиливают людей, которые стоят в той точке. Это как бы все хорошо, это все реализуемо, но надо просто к этому привыкнуть. О, обнова. Пока что рейд не способен ни захилить, ну, ни встать. Я тебе туда. Это говорил вообще еще давно, то, но что ты мне... эта тактика, она как бы, да, можно ее выполнить. У нас на проф не проходной ДПС. Но тактика... У нас не ребята столько не ДПС, чтобы мы нормально убивали слизняков. Да нет, там проходной. Даже если мы будем не по этой тактике играть, а по другой, у нас все равно не будет хватать ДПС. Там проходной ДПС. Ну как, у вас хватает ДПС перевести с одним зеленым? Ну, не, у нас хватает ДПС. Это надо чуть-чуть послаженнее, просто бить его профа и бить. Травить. Так вот, есть... Ребят, сейчас вопрос на ДПС. ДПС у нас, блядь, хоть хуй-жуть.
Проблема Давай. В том, как вы, блядь, делаете все. Сейчас, погоди, секунду. Турбо, Тавр, пожалуйста, вниз. И Тоха на дикость также в основной перешли. А че вы так? Че они хотят? Короче, вот, ну, это все круто, но я приверженец тактики. Это вот как сказать, простой и элементарный. Слизень появился, по нему сразу пошел дамаг. Все, вот я так считаю. И целой кучей прыгай, да? Ну зачем целой кучей прыгать? Ну а как ты будешь на перифазе, чтобы бить его и тут же, чтобы не, не в разные стороны? По какой ты говоришь, Войт, в любом случае, если это будут кастеры, им нужно будет сбегаться. И уже будут кастеры терять ДПС, а не милики. По какой мы бьем, ДПС теряют милики, точнее, как мы. Рассказать, почему вы убили в претендах? По этой тактике. Ну-ка, давай. Говори. Потому что все, блядь, одеты нахуй в бис почти. Мы до этого его также убивали всегда. Там есть трехмесячный даун. Ну, насколько я знаю, блядь, большинство нахуй с претендов это доначенные люди. Братан, а скиллов... Нифига себе, мы все дамажим. Доначные. Претенденты первый раз убили профа, когда с Ancient Guard объединились. И в этом рейде Ancient Guard были первые топ-5 ДПС. Только потом мы убили, короче, этого профа. В этом рейде я был. Вот первый его закрыт, я его закрывал на варе. Ну, сори, я не был тогда в претендах. У меня есть этот скрин с этого профа. Это не важно, на самом деле. Просто можно убивать его и по этой тактике, и по той тактике. Я согласен, там ДПС было намного больше. Там ребята до 10 места давали 11к+. Ну, 10-11 вот так. Причем здесь ДПС, то что там хила хватало. И хилы, да, там, хила не хватало, там у нас был, здесь там был топовый ДЦ этого серва. Элбрил топовый? Или кто там? ДЦ топовый. А кто? Ладно, топовый? Давайте по факту, допустим, можно на секундочку? Допустим, вот как я. Я мог дать порт, да, зеленой колбой, но я не смог свичнуться элементарно даже в слизня. Может быть, давайте хотя бы расскажем, какие доны нужны на этого босса, чтобы все, по крайней мере, установили. Я не знаю, какие аддоны нужны. У меня стоит, блин, по аддонам, это рекаунт, ДБМ и этот, как он называется? Я тебе и везу. Таумивен, да? Таумивен, да, все. И то он отслеживает. Ну, просто свой... видишь, я тебе говорю, я по себе говорю, что у меня была проблема с личностью от слизня. Может быть, надо хотя бы изначально исходить из того, что такая проблема может быть не только у меня. Братан, встал в этот... Все, всем до завтра. Давай, удачи. Встал в трусы, повернул камеру налево, нажал тап, и у тебя уже свинюк второй.